Добро пожаловать, мои верные имперские мальчики и девочки. С вами ваша любимая легальная девочка Псайкер Невермор, и мы возвращаемся на нашу имперскую базу к правильной одноглазой Аквиле, которая смотрит в суровое, но близкое будущее, которое мы сотворим сами. Правда, пока что на пути нашего творения прекрасного стоит рейд от злобной хаоситской фракции Харадни 13, который приземляется на десантных капсулах прямо на нашу базу. К большому счастью для нас, их разбросало довольно рандомно, а значит, у наших бойцов есть время сгруппироваться и занять свои любимые позиции на конвейере по избавлению от ереси. Но ни один даже самый мощный рейд не помешает нам поблагодарить Капельку и Намада за внесение довольно существенного денежного удовольствия на развитие нашей мощной базы. Как это было, есть и будет, каждый донат очень даже приветствуется и делает вашу девочку Псайкера все красивее и легальнее. Как видим, отдельные хаотические ничтожества пытались сбежать, но бравый солдатрон, конечно же, им этого не позволит. Благо, что его скорость вполне ему это дело позволяет. Более того, стоит заметить, что битва прошла практически без повреждений, и благодаря хорошей армейской выучке от Astra Militarum, ни один солдат даже не помыслил о том, чтобы сбежать с поля боя. За что в качестве награды мы получаем два кандидата на извлечение мозга и, соответственно, на производство новых сервиторов. Что в целом приводит нас к еще одной важной мысли, а именно к той самой мысли о нашей гарнизонной тюрьме. Как видим, на данный момент мы помещаем всех пленников все в ту же пещеру, где содержали первых наших заключенных. Но база в свою очередь разрослась, и скоро эта местность пригодится нам для более целевой застройки. Конечно же, такую проблему довольно легко решить, тем более что у нас уже есть заготовка под помещение, находящееся недалеко от посадочной площадки. И как раз подходящая для цели содержания как своих пленников, так и тех, кого поместят нам по заказу. Ясное дело, что какие-то особые условия для пленников мы создавать не будем, ведь это презренные последователи хаоса, а значит заслуживают только самого худшего отношения. Но вот стерильную плиточку на полы мы все-таки постелим. Не ради их здоровья, конечно, а просто из коммерческих соображений. Тем более, что при нашей выработке ресурсов, это не составит для нас совершенно никаких затрат. Кроме того, не будем забывать об опасениях, высказанных отдельными членами имперского общества. По их мнению, извлечение мозгов из головы хаосита с целью использования их в сервиторах будет делом совершенно грешным и противоестественным, а получившиеся полумеханические помощники могут быть подвержены тлетворному влиянию хаоса. И возможно, это было бы правильно, если бы только операция проводила не наша имперская жрец Зунд, которая по умолчанию сильна в своей вере и не может допустить ошибку. Ну а полученные два органа мы сразу же поместим в морозилку, чтобы они не испортились раньше времени. Тем более, что на данный момент мы используем только один орган, и внимательный зритель сразу же заметит почему. Как видите, на базе у нас уже есть сервитор, само собой не нашей выделки, а приобретенный у пролетающего торговца. Так что на данном этапе мы добавим в его компанию всего лишь еще одного, и сделаем это, как вы видите, все в той же мастерской, которую по-хорошему уже давно неплохо бы разгрузить. Мы все прекрасно видим, что большие фабрикаторы занимают очень много места, да и аккумуляторы с генераторами не прибавляют простора. Чтобы решить эту проблему, нами было уже заготовлено специально подходящее место, которое и превратится в нашу новую генераторную комнату, где мы перестроим три непереносимых урановых реактора, переставим ванометрический генератор и передислоцируем все три аккумулятора, дабы увеличить проходимость и организовать больше свободного места. Таким простым образом мы не только обезопасим нашу энергогенерацию, но и снова разблокируем северный проход в жилые помещения, благодаря чему движение по базе станет гораздо удобнее. Да и опять же, вспоминая про выработку энергии, мы наконец-то можем перестроить базовый генератор геотермальной энергии простого таранского паттерна под классическую станцию имперского дизайна. Само собой, повысив качество ее защиты на случай внезапного нападения противника. Благо, что при таком количестве строителей делается это просто невероятно быстро.
Понятное дело, что проведя такую мощную подготовку, мы наконец-то можем приступить к более приятному и вкусному делу, а именно к постройке нашего нового транспортного корабля, грозового ястреба, как правильно указали в комментариях, кровавых ангелов. Несчастью, в переводе данного мода закралась неприятная и досадная ошибка, но будьте уверены и спокойны, наши добрые инквизиторы уже давно объяснили переводчику, насколько он был неправ и сколь глубока должна быть величина его раскаяния. Как видим, это мощное транспортное средство требует 5000 единиц стали, 1000 пластали и 50 продвинутых компонентов. Но благодаря ударному труду за кадром, все эти материалы уже давно были накоплены, и нам остается только провести финальную сборку. И стоит ли говорить, что с нашей скоростью работы и техническим умением, это происходит ну очень и очень быстро. Получившийся красавец корабль просто поражает воображение. И мы не будем долго тянуть, а сразу же заправим его по полной и испробуем в действии. Тем более, что в качестве топлива он также использует базовый примитивный уран. Но в этот раз нести слово императора отправится не один рон, а вся старая гвардия, включая Эпсу, Зунд, Лилу и Джамбо. Благо, что повышенная грузоподъемность позволяет взять на борт не только рона сотоварищей, но и солидный запас урана в качестве топлива. Ну а первой же нашей целью станет поселение орков на другом конце планеты. Ведь благодаря нашей полностью заправленной летающей птичке, мы можем добраться практически куда угодно. Ну а сам перелет проходит довольно быстро и не занимает много времени. Как видим, на этой базе собрались лучше вооруженные зеленокожие. И на начальных этапах становления нашего подразделения они могли бы создать нам некоторые проблемы. С другой стороны, сейчас наши бойцы гораздо лучше подготовлены и сами могут устроить оркам очень и очень теплый прием. Как видим, в этот раз мы сработали в лучших традициях противостояния с зеленокожими тварями и подчистую выжгли всю их базу, за исключением всего лишь некоторых отдельных индивидов, но впрочем они не смогут далеко уйти и будут полностью уничтожены. Ну а что касается их базы, то все помещения тоже будут преданы огню, тем более что брать нам здесь по сути и нечего. Что касается дальнейшей точки путешествия, то она будет уже гораздо ближе к дому, практически на южном полюсе планеты. Но пока наши бойцы туда направляются, мы получаем небольшое задание от все той же кабалы Кровавого Вознесения, и вот здесь-то они проявляют свою подлую эльдарскую сущность, пытаясь склонить нас к предательству идеалов Империума и всяческой продажной техноереси. За простое, казалось бы, задание по размещению заключенного, в двух из трех наград они пытаются всучить нам непроверенные искусственные личности, что, конечно же, является ересью, как и предупреждали отдельные инквизиторы в комментариях. Такое задание само собой не про нас, и одно его предложение заставляет задуматься о целесообразности контактов с этой кабалой. Впрочем, к этому времени наши бойцы уже прибывают на вторую орковскую базу, попутно разрушая небольшое покосившееся строение. Но в отличие от предыдущего боестолкновения, здесь мы будем действовать более традиционными методами, с помощью обычного стрелкового оружия.
Конечно же, это поселение оказывается довольно быстро разбито. Впрочем, обойтись без огненного ощущения здесь, как видим, нельзя. Ведь странным образом орки вырастили здесь какую-то зеленую желеобразную массу, явно чуждую этой планете, а значит обязательную к полной зачистке. Как видим, и в этот раз решение об использовании орбитального копья было вполне оправданным, поскольку масса оказалась столь живучей, что ее было сложно добить даже с одного выстрела. И после уничтожения последней турели мы можем отправиться к финальной точке путешествия. А именно к третьей орочей базе, где мы заземлимся прямо по центру, дабы привести противников в максимальное замешательство. Как видим, в этот раз поселение было отбито. В основном благодаря усилиям Рона, героически сдерживавшего превосходящие силы противника в очень и очень узком месте, и получивший такое количество ударов, что даже упал с ног, хотя и не пролил ни единой капли своей крови. Впрочем, недолго отлежавшись, он снова возвращается в бой, для зачистки поселения от последних турелей. И, конечно же, как и прошлое, это поселение тоже должно быть защищено, чтобы отсюда по планете не распространились ужасные грибные споры. И, понятное дело, уничтожив последнего зеленокожего ксеноса на карте, наши бойцы со спокойной душой могут отправляться домой, к своему давно заслуженному отдыху. Тем более, что там их уже заждалась вновь отстроенная комната отдыха, выполненная в лучшем имперском пафосном стиле, с кучей золота и множеством необходимых развлечений. Что же касается орков, то клан, некогда называвшийся непобедимым и неостановимым, оказался разбит и прекратил свое существование, за что по сути нам благодарны все остальные жители планеты. Конечно же, это не последнее здесь аркоидное поселение, но с ними наши бойцы разберутся после небольшого отдыха, а пока что займутся делами более насущными, как, например, развитием болтерной технологии для увеличения поражающей мощи. Или же, с другой стороны, изготовлением улучшенных комплектов брони для всех бойцов, тем более, что своими действиями в бою они явно это дело заслужили. В то же время нас уже пытается соблазнить не кабала Кровавого Вознесения, а кабала Третьего Глаза, все так же предлагая нам ядра искусственных личностей. Но мы вновь и вновь отказываемся, зная, сколь скользкая эта дорога.
С другой стороны, продолжая раскопки, мы обнаружили небольшой секрет прямо у нас на базе, где внутри горной толщи были обнаружены руины древней постройки, впрочем, не хранившая в себе ничего особо ценного, за исключением древней же деревянной кровати и пары тумбочек. В то же время, продолжая улучшение базы, мы установим классический электрический крематорий для сжигания трупов еретиков и орков, поскольку в последнее время их стало накапливаться довольно много, а накапливать грязь на базе не в правилах Astra Militarum. Причем, кроме самих трупов, туда же отправится их одежда, явно зараженная эманациями хаоса. Впрочем, помимо рутины, мы на базе вложимся в еще одно приобретение, которое будет явно стоить вложенных ресурсов. И пускай нам придется расширить наш космопорт еще раз, но мы построим мощный красавец Corvus Black Star, требующий уже 100 продвинутых компонентов и бесчетного количества других ресурсов. Но это ни в коем разе не сможет нас остановить. Впрочем, не значит, что никто не попытается, ведь на нашу базу налетает, кто бы вы думали. Огромный рейд из кошка-мальчиков и кошка-девочек, явно желающих приобщиться к благам имперской цивилизации. Понятное дело, что мы не можем им в этом отказать, но самые достойные даже удостоятся чести остаться в нашей колонии, после небольшой процедуры перевоспитания, конечно же. Как видим, налет, как и прежде, был отбит довольно легко. И благодаря меткой стрельбе у нас на базе даже остались кандидаты на перевоспитание и присоединение к поселению, местами даже подходящих возрастных и половых категорий. Но, впрочем, кто из них выживет, а кто нет, мы узнаем уже в следующем эпизоде. А пока что, друзья, сделаем маленькую паузу. И, как обычно, я не забуду напомнить про наши Discord, Telegram и ВКонтакт, посещение которых обязательно для всех, кто верует в Бога Императора. Ссылочки на них вы все так же найдете под видео в описании. Ну а пока что всем удачи и до встречи, и да благословит вас любимый Империум.